Всем привет! Хожу такая расстроенная после вчерашнего видео. Уже второй день ничего не жру. Как посмотрела на свою себя со стороны на видео, где Элка меня там сняла по поводу разминки. Боже, капец! Это вообще нужно срочным образом худеть. Так я уже... Кексики отменяются, конфетки отменяются. Сварила супчик такой диетический. Сейчас покажу вам. Вот мой супчик приготовила. Не знаю, на несколько дней может хватит. В этом супчике я положила, порезала половину грудинки одну. Положила туда лук. Целую головку лук я не обжаривала, а целиком, ну, как бы целую головку разрезала пополам и я потом выбросила. Сварилось мясо, я туда гречки, картошки, морковки, перец болгарский был у меня еще в морозилке. И что, ну, сварилось, потом зелень туда, и, в общем, вот такой вот получился диетический супчик. Здесь, видите, даже жира нету практически с грудинки никакого. Не знаю, насколько меня хватит с таким диетическим супчиком и вообще с другой какой-то диетой, но будем видеть. А, помидоры еще добавила, забыла вам сказать. Были тоже в морозилке. Дома так свежих не было помидор. Так я достала с морозилки и туда. Вот такой вот легкий супчик. Ну, после него хорошо, что живот не болит, печенка не тяжело. Ну, в общем-то, вот так вот. Потом сегодня еще сварила лани на 4 дня. Вот такой казан. Он тут на 9 литров. Ей хватает. Ну, кашу я, знаете, что добавляю? Я беру обрезки от косточек, от мяса, от курицы. И на этом варю бульон. Туда я добавляю картошку обрезки, морковку обрезки, свекла, капуста, яблоки. Ну, все, что есть. То оно сварится все. Потом я туда... добавляю макароны и крупу. И вот это все ей хватает где-то на 4 дня. Ну, просто удивительно, как собаки не поправляются от такого. Бегают и такие относительно нормальные. Но тут в этой каше оно все и овощи много. И бульон наваристый, хороший такой. И макароны, и крупа, это оно как бы полезно для формирования всего. Когда там что-то остается, все туда добавляется. Вот такое вот еда у Ланочки нашей. Наш ежик домашний вышел на прогулку. Я вот думала, почему так быстро каша заканчивается. Оказывается, ёшка помогает. Так, ну где ты там? Где ты там ходишь? Вот он, красавец. И куда, интересно, собрался? Опять на прогулку. Ёженька. Я вышла, так он испугался, наверное.